Ксения Полякова внимательно пересматривает запись своего выступления. Новоявленная чемпионка мира признается, видео изучает сразу же, как только телефон оказывается в руках. Потому что со стороны видно, где нужно доработать. Там, где во время выступления казалось, что все прошло чисто, находится помарки. А упражнение, за которое переживала, оказывается, выполнено отлично. Перебралась очень часто, я на меня вернулся, у меня прикатывались с ней очень долго. Но все, получилось у нас. Сейчас у Ксении долгожданный перерыв от гимнастики, а вот от поклонников не отдохнешь. Фотографии и объятия теперь неотъемлемая часть жизни. В Самаре Ксения бывает редко, а потому надо успеть как можно больше. Планов на отпуск от тренировок очень много. Так как я очень редко бываю дома, у меня очень много здесь дел, побыть с родными, съездить, встретиться со всеми знакомыми, поблагодарить всех здесь, кто за меня переживал, болел, помогал мне. Вот на самом деле это время очень быстро пролетит. Эти медали из итальянского пизара самые тяжелые по весу и по затраченным силам в коллекции Ксении. И по праву займут в ней особое место. Не испортит россыпи серебряная медаль, потому что она тоже была добыта с огромным трудом. К чемпионату готовились почти год, много раз меняли программу, но результат того стоил. К чемпионату мира мы очень сильно готовились. Было, вот, как я уже говорила, много травм, замен в составах. То есть до последнего было непонятно вообще, кто поедет. То есть было очень... Все сложно. Золотые медали чемпионата мира и чемпионата Европы, многократные победы на этапах Кубка мира. Самарская школа художественной гимнастики впервые имеет такой колоссальный успех. И это, конечно, большой повод для гордости. Такая девочка, это просто подарок небес тренеру и руководству школы. Потому что насколько она вот честнейший ребенок в работе, громадная сила воли, она может тренироваться из травмы, если это надо. Вот. Ну и, конечно, талантливый человек. В будущее Ксения пока заглядывает с осторожностью. Художественная гимнастика – вид спорта непредсказуемый. Но главная мечта у чемпионки мира, конечно же, есть. И сверкает перед ней золотым отливом из далекого Олимпийского Токио 2020 года. Андрей Григуленко, Константин Головин. События.